В декабре 2017 года в районе супервулкана Лонгвали произошло порядка 576 землетрясений. Информация опубликована в отчете Вулканической обсерватории штата Калифорния. Согласно документу, вулканическая активность Исполина сократилась по сравнению с прошлым месяцем. Самым сильным сейсмическим событием явилось землетрясение 8 декабря 2017 года силой 3,8 баллов. 4 подземных толчка зафиксированы с магнитудой от 3 до 4 баллов. Остальные землетрясения имели силу менее 3 баллов. Кальдера Лонгвали представляет собой впадину на востоке Калифорнии. Она является одним из крупнейших супервулканов на планете. Кальдера имеет размер 32 километра в длину и 18 километров в ширину. Последнее извержение Лонгвали произошло 760 тысяч лет назад. С мая 2015 года ученые фиксируют нарастание вулканической активности данной кальдеры. А в марте 2016 года кальдера Лонгвали обогнала по своей активности кальдеру супервулкана Йеллоустоун. Последние данные ученых из разных уголков нашей планеты говорят о том, что общая сейсмическая и вулканическая активность в мире нарастает с каждым годом. Причем процесс происходит намного динамичнее, чем считалось ранее. Планета уже вступила в фазу глобального изменения климата. В разных частях света все чаще регистрируют катаклизмы, не характерные для данных регионов. И это лишний повод задуматься нам всем над самым важным вопросом, ибо неизвестно, что может уготовить день грядущий. Кто мы и какова наша цель? Мы двуногие животные или люди с бесконечным духовным потенциалом? Для чего нам дана жизнь? Каждый из нас чувствует, что все в мире происходит не просто так. И каждый чувствует, что внутри него есть что-то бескрайнее. Нужно всего лишь двинуться навстречу себе, откинуть все страхи и сомнения и понять, что для настоящего человека катаклизмы не помеха. Это всего лишь повод для объединения человечества на духовно-нравственной основе. А объединение – лучшая защита цивилизации от любых катаклизмов. Мира и единения вам! Подробнее о климатических изменениях и путях выхода вы можете ознакомиться в докладе ученых АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем.